Коллеги, рядом со мной Виталий Нотченко, компания «Почта России». Здравствуйте. Добрый день. Вы спикер нашей деловой сессии. Сессия начнется вот совсем скоро. Очень интересная тема. Гонка с препятствиями – это региональная панель. Конечно же, всегда интересно говорить о бизнесе не только там, в масштабах там, федеральных больших компаний, но и, собственно, мы понимаем, что страна настолько большая, да, там, и на юге нашей страны, и на Дальнем Востоке, да, там, компании также адаптируются и хотят выстраивать там бизнес, тем более там в это время, да, там им нужно понимать, куда двигаться дальше, какие ориентиры, какие вектора. Правильно я понял, что вы на своем выступлении как раз зададите те вектора, куда нужно двигаться этим компаниям, чтобы обратили особое внимание на них? Мы расскажем про тренды, которые наблюдаем, и, конечно же, скажем, там, чем мы можем помочь, как Почта России, да, там, в этот период и, в принципе, там, все наши последние наработки. Нам есть что предложить и малому бизнесу, и среднему, и крупному. Подскажите, может быть, есть какие-то новые проекты Почты России, которые выйдут вот скоро, или, может быть, поделитесь каким-то флагманом, который вот уже давно работает и как-то претерпел какие-то изменения? Действительно, у нас анонсов очень много, но я бы не хотел их анонсировать сейчас, потому что у нас впереди много панелей, и, собственно, мои коллеги и я, мы обо всем расскажем на сессиях. Повесили интригу специально, чтобы зрители спешили к нам на бизнес-сессию и послушали все воочию. Спасибо вам большое, пожелаем вам удачи. Удачи.